Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как у выезжающей нижней панели Bottom Shape Dialog Fragment сделать закругленные края. То есть о чем я говорю, давайте соберем проект, я вам покажу то, о чем я говорю. Вот есть карточка с фильмом, Play, выезжает выезжающая панель, видите, и края скругленные. В этом видео вам расскажу, как это сделать. Устраивайтесь подобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработчика мобильных приложений и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Что вам, как вам этого добиться? Значит, во-первых, у вас должна быть уже стандартная выезжающая панель. После этого вам нужно создать вот такую форму, где внизу нормальные углы, а сверху полузакругленные. И поэтому нам нужно перейти в папочку Drawable, правой кнопкой мыши, New, Drawable Resource File и создать файл. Вводите название, я ввел название Bug, ну то есть Background, нижнее подчеркивание, Card, вот этот файл. Заходим сюда, и тут вот такой вот код. Вам нужно сделать Shape. Shape можете взять, сейчас вам покажу. Shape можете взять вот на этой статье, ссылка на эту статью будет в описании. Она древняя, но статья нормальная. И смотрите, тут факт в том, что мы делаем фон у фигуры оранжевый, вот, и делаем закругление верхний левый радиус, верхний правый радиус, указываем в DP. Затем, что мы делаем? После этого мы идем с вами в папочку Stems, и я вот, допустим, это делал для светлой темы. Если вам есть для светлой, для темной темы приложение, то и в обоих файлах это нужно сделать. Идем сюда. Создаем стиль, да, Bottom Sheet Dialog Theme создаем, наследуемся от Theme Design Light Bottom Sheet Dialog, и создаем item, даем туда уникальное имя, да, Bottom Sheet Style, и указываем стиль, да, Style App Model Style. Дальше создаем этот стиль, Style App Model Style, наследуемся от виджет Design Bottom Sheet.Model, и, короче говоря, мы устанавливаем фон. В качестве фона как раз таки тот файл, который мы только что создали с формой с этой. И вам не нужно это все вводить вручную, потому что у вас будет под видео ссылка на этот код, который вы можете скопировать. И затем в общей стиле подключаем item, который связывается вот по и связывается по ключу с оформлением всех Bottom Sheet Dialog Fragment. И в качестве стиля мы как раз таки ссылаемся вот на этот стиль. Он подхватывается отсюда, а отсюда он идет сюда в общий стиль. После того, как все это мы сделали, мы идем в верстку нашего Bottom Sheet Dialog Fragment. И я советую вам, если у вас Constraint Layout, компоновщик на весь Bottom Sheet Dialog Fragment растянут, сделайте отступы в нем. Если нет, то вот здесь сделайте отступ, убирайте везде. Если вдруг у вас там установлен где-то фон, убирайте фон. То есть, чтобы ни заливки фоном, ничего не было. И отступы сделайте по краям, чтобы контент не, как бы не прям сильно прилегал. И все, и после этого мы должны с вами опять же собрать этот проект. Play. И вот как раз таки выезжает эта панелечка. То есть, получается у нас Bottom Sheet Dialog Fragment с закругленными краями.
На сегодня это все, что я вам хотел рассказать. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.